На конкурс дети читают стихи. Алексеев Даниил, 8 лет. Александр Твардовский, рассказ танкиста. Был трудный бой, всю нынче как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. Ну как зовут, забыл спросить. Лет 10-12 бедовый. Из тех, что главарями у детей, из тех, что в городишках прифронтовых, встречают нас, как других гостей. Машины обступают на стоянках, таскать им воду ведрами не труд. Выносят мыло с полотенцем к танку, и слив недозрелые суют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы прорвались с площади вперед. Но он гвоздит, не выглянуть из башен, и черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился, столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка. Я разведал, я подползал, они вон там, в саду. Да где же, где? Дайте я поеду, на танке с вами прям приду. Что ж, бой не ждет, влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины пули свищут, и только рубашонка пузырем. Подъехали вот здесь, с разворота заходим в тыл и полный газ дают. И эту пушку заодно с расчета мяли в рыхлый жирный чернозем. Я вытер пот, дышал гарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: спасибо, хлопец, и руку как товарищу пожал. Был трудный бой, все нынче как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить.